Подъездные ворота, двухъярусная башня и лестницы вскоре украсят этот новый экспозиционный зал. Рабочие уже выполнили основное, установили балки второго яруса башни, где в дальнейшем разместится историческая галерея и карта Лбазинского воеводства. Вся конструкция выполнена из бруса и займет всю площадь этого выставочного зала. Конечно, это имитация Лбазинской крепости, но в центре вы увидите въездную башню. Для чего? Для того, чтобы каждый смог почувствовать себя жителем Лбазинского острога, жителем Лбазинского воеводства. Получше узнать об истории Лбазина помогут и подлинные предметы. Здесь выставят нательные кресты, фрагменты одежды, монеты, орудия труда. В коллекции музея сейчас находятся более 2000 экспонатов, найденных археологами и учеными в ходе экспедиций. А главным украшением экспозиции станет макет Лбазинского острога в уменьшенной копии. Деньги на создание экспозиции музей получил по федеральной целевой программе «Культура России». Речь идет о сумме в 4 миллиона рублей. Также были привлечены внебюджетные средства. А вообще наши идеи, глобальные идеи, да, подразумевали создание диорамы. Диорамы защиты Лбазинской крепости с созданием даже ростовых кукол. Новую экспозицию планируют презентовать к Новому году, однако некоторые ее смогут увидеть раньше, 3 ноября, в рамках традиционной акции «Ночь в музее» для посетителей на несколько часов откроют выставку и поведают о славной истории Лбазина. Ростислав Азизов, Иван Сюмак, Первый областной канал.